Здравствуйте, дорогие друзья, это канал Максимадзе, и у меня совсем эта игрушка из головы что-то вылетела. 9 мая я записал первую часть, Бункер 3D игру я записал 9 мая, и сегодня и настало время пройти вторую часть, надо было сделать еще это давно. Есть также и третья, которую мы тоже пройдем. Вторая часть называется Лаборатория 3D. Что тут по настройкам? Вибрацию отключить? И вообще, почему сохранения не сработали? Хотя, ну, наверное, потому что мы ни один уровень не запустили еще тогда. Я не запустил. Так, короче. Такая вот музыка, первый уровень, бронепоезд называется. Мы находимся в поезде едущем. Нифига себе, как плавно все работает. Как-то даже непривычно, если честно. Так, вот как боком ходить, я что-то не могу понять. Ну, вот этими вот, только вот этими вот кнопками не очень удобно, но привыкнуть можно, но не придется долго привыкать. Так, вот фашисты, дизайн фашистов в этой части изменился немного. Напомню, это игрушка для телефонов кнопочных. Так, взрывные бочки появились. Такие вот. В первой части тоже, в последнем уровне, такие бочки были, но они не взрывались. Как прям плавно и быстро все. Как-то не привыкал я к тому и такому, если честно. Обалдеть. Что это висит? Локомотив. Мы по-прежнему все еще в поезде. Да блин, как поворачивать-то неудобно, у меня хп мало совсем. Я сдохну походу сейчас. Не успеваешь отреагировать на них. Вау. Красиво сделано, между прочим. Блин, слушайте, реально классно сделали. Так, все, надо убить этого чувака и... Следующий уровень у нас. Мы выходим из поезда, и мы оказываемся тут, на этой станции. Фашисты повсюду. Тревога включена, блин. Ближе, что ли, надо? Ну, умирай давай быстрее, блин. Блин, капец, как это непривычно так быстро, блин. Вообще прям непривычно. Не помню, как в первой части было, когда я проходил ее на канале. Ну здесь прям что-то вообще как-то резко все. У вас глаза еще не заболели, я надеюсь. Да умирайте вы, давайте. Да ё-моё. Кстати, заметьте, что сверху теперь не три оружия, а четыре. Добавилось РПГ. Ну или базук, или как ее там называть еще можно. О, 100, отлично. Гавань.
Так, вот снаряды. Базуги. Базуки мало совсем. Вот. Ее 11 штук, ее надо экономить. От нее можно пострадать и самому, кстати, если выстрелить в стену. Так, красные индикаторы показывают, что дверь закрыта, и мы туда не пройдем. Значит, нам надо в другую. Блин, мне вот глаза уже режутся от такой резкости. Даже на моем Самсунге, который я недавно обозревал, так резко было очень плавно, но не так уж, но не настолько прям. Даже стекло треснуло. Есть два варианта закончить уровень. Это первый, это убить этого Битана или кто это в белом, короче. Либо просто пойти к той двери. Мы пойдем по более логичному способу, пойдем к двери. Тюрьма. А вот этот уровень уже посложнее. Посложнее он тем, что тут есть такие солдаты, вот видите. Они стреляют огнем. И их лучше через базухи убивать. Они стреляют огнем и сносят. Офигеть, какое большое количество хп. Так что с ними надо аккуратнее. Эти солдаты появляются на двух уровнях. Этот и на еще одном. Увидите. Там на. Вон, еще один солдат этот. Можно из пистолета расстрелять, и он взорвется прям. Так, это, видимо, может, это наши. Поэтому убивать их не будем. По крайней мере, будем стараться. Вау! Вау, блин! Я что-то забыл про него. Видите? Как они стреляют. Ладно, пробуем еще раз. Бам. Я в основном пистолетами пользуюсь, потому что пистолеты наносят меньше урона, чем остальные оружия, но зато они стреляют дальше всех остальных оружий. С ними поудобнее все-таки. Так, вот здесь один из этих солдат. Так что... Да ё-моё, я слишком близко подошел. С такой резкостью это еще не очень удобно, на самом деле. Надо, наверное, базухой выстрелить, там будет. Переключается оружие на ноль. Ну, самая сложная часть, это третья, Castle 3D. Ну, или крепость 3D, если по-русски переводить. Там еще финальный босс будет. Самый сложный. Так, может, прям туда базухой выстрелить? Может, вот так? О, отлично. А как насчет этого? Здесь, по-моему, солдат был, но не этот, а обычный. Который стреляет просто простыми оружиями. Так, а вот огнеметчик. Огнеметчик, получается, если так его назвать. Да дохни ты уже быстрее, а! Я помню, в одном месте их сразу двое будет. Вот так, я не помню, куда нам надо, налево или направо. Направо.
Блин, одного пленного случайно убил. Ну и ладно. Вау, 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 нифига себе. Во, вот, их двое тут сразу. Стреляем. Первого, потом второго. Стоп, я не попадаю, кажется, не по нему. Блин, как неудобно наводить на них прицел. Так, еще один. Наконец-то выход. Морг. Называется следующий уровень. И тут можно заблудиться даже. Но я, благо, дорогу помню. Тут целый лабиринт. Уже немного. Так, вот сюда нам не надо. Как насчет этого? Вот сюда нам вроде бы надо. Так, с этой стороны тоже. Так, нам сюда вроде надо или нет? Воу, 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 я что-то не сразу заметил его. А, вот конец уровня. Тут можно выстрелить базугой прямо посередине куда-нибудь. Тут два солдата охраняют дверь. Не попали. Ладно, я надеялся сразу обоих убить, но ладно, получилось-то получилось. Это биолаборатория. Здесь музыка из меню играет, кстати говоря. На последнем уровне первой части там тоже играла музыка из меню. Из меню первой части, конечно же. Так, вот красный. Цвет их крови, кстати, чуть-чуть сливается с цветом их одежды. И это очень офигенная штука. Вот это. Она дает 200 хп сразу. Это тоже наш. На них эксперименты проводили. Я не уверен, но мы их, короче, трогать не будем. Если мы их убьем, ничего страшного не будет, но будем проявлять уважение к своим. Если это они, конечно. Если подойти к этому электричеству, оно нас ударит током. О, кровавые заразы. У них даже глаза красные. Вау, офигеть. Блин, одного у этого убил. Так, 200 хп может дать только вот эта вот штука. И если мы сколько-нибудь потеряем, обычные аптечки до 2... Если будет больше 100, но меньше 200, обычные аптечки ничем не помогут. Только эти могут восстановить. Так, у нас есть два варианта закончить уровень. Это пойти в ту дверь, либо убить всех этих зараз. Давайте мы пойдем сюда. Инкубатор. И
инкубатор, и на этом уровне вновь появляются огнеметчики. Короче, смотрите, это тут на людях эксперименты проводят. Какие жестокие, а? Погодите, мы тут были уже или нет? Не, не были, не были. О, смотрите, кто-то вырвался. Опять этого убил случайно. Жалко, жалко, жалко. Не заслуживал он смерти, наверное. Вот на этом уровне тоже можно заблудиться. Я когда первый раз играл, очень долго не мог его пройти. Вот, видите, я в самое начало попал. А как я сюда попал, я сам не понимаю. Я, наверное... не туда пошел. Наверное, надо было идти сюда. Очень долго не мог этот уровень тогда пройти, потому что все время, потому что заблудился. Но сейчас я вроде дорогу помню. Так, ну там нет ничего. Там тупик. Да, точно помню. Точно помню. Тоже вырвался кто-то. Нам надо сюда и вот сюда. И здесь будет выход сейчас. Ну и вот выход. Нет, а нет, это еще не выход. Вот выход. И последний уровень стройка. Последний уровень. И продолжение будет уже в третьей части, которую, я надеюсь, мы тоже пройдем. К сожалению, на этом уровне аптечек этих... вдвое больших, которые 200 дают, нигде нету. Так что 200 мы уже никак себе не сделаем. Обычные аптечки не дадут. Обычные аптечки только в пределах 100. Восстанавливать могут. Я должен это видео в 60 FPS сделать. Капец, как все плавно. Вот здесь я могу запутаться, но вроде нам надо сюда. Да, точно нам надо сюда. Так, нам сюда вроде. Да, нам надо вот в эту коричневую. Так, все, больше у нас. Теперь обычные аптечки могут восстанавливать только до 100. И вот, все, вот здесь конец. Взрываем их. И идем. Преодолев ужас бункера. Пройдя от лаборатории. И ты решишь исход войны в зловещем замке. Скоро заключительная часть трилогии. Castle 3D. И мы пройдем ее в следующей серии. Обязательно.
Ну и на этом все. Такая вот была игра. С вас лайкос, подписывайся, а с меня эпичные видосы. Подписывайтесь также на мой стримовский канал и на группу ВКонтакте. Всем пока!